Hello guys, welcome back to my YouTube channel at System Makeover. Today I'm joined by the Perseverance guys. We're going to be checking out a recommended video. It says a message for Anon Sawazeniga from Mariana Namova. This was highly recommended by a lot of viewers and we can't wait to see this. So without further ado, let's get started. Господин Шварценеггер, я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире Arnold Classic в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжив штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, расспрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне таким чутким, добрым и умным. Вы оставили мне автограф на рукаве вашей фирменной куртки, и она осталась у меня на добрую память о нашей встрече. Установить этот рекорд, выжать тяжеленную штангу в тот раз было для меня делом чести и огромной ответственностью. Я везла для вас, господин Шварценеггер, письма и фотографии о детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не смогла спокойно сидеть дома в Москве, когда Украина объявила Донбассу войну. И когда для моих ровесников с Донбасса школьный звонок означал не только веселую перемену, но и начало обстрела и бомбежки. В каждой школе, где я выступала и общалась с ребятами, я рассказывала в первую очередь о вас, о моем кумире и в спорте, и в жизни. Обычный мальчик из бедной австрийской семьи стал известнейшим спортсменом, затем киноактером, затем политиком. И все это благодаря спорту и целеустремленности. Конечно же, все знали и смотрели ваши фильмы. Я рассказывала ребятам, что весной 2015-го я снова еду в США на соревнования и, возможно, увижу вас. Ребята, обычные школьники из Луганской и Донецкой республик, начали писать письма и слать фотографии с просьбой передать их вам. Они рассказывали терминатору, как живут на войне. Просили помощи, просили самых простых советов. Как в таких тяжелых условиях заниматься спортом, как развиваться, как стать успешным человеком. Ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить. Я распечатала фотографии, перевела письма, передала вам конверт и сказала: «Арнольд, я недавно была в Донбассе с гуманитарной спортивной миссией. Там идет война, и дети, школьники просили передать эти письма для вас. Вы сказали тогда: «Юкрейн, да-да, я знаю, я посмотрю, я буду работать над этим». И передали конверт своему помощнику. Господин Шварценеггер, я посмотрела ваше обращение к россиянам. Очевидно, вы не работали с теми письмами, которые я вам передала, хоть и обещали. Вы замечательный мотиватор, спортсмен и актер. Вас действительно любят в России. Но ваше обращение основано на какой-то другой, придуманной реальности. Так часто бывает в кино. Но правда о том, что было, Арнольд, она в письмах, которые с 2015 года лежат у ваших помощников. Настоящая реальность, Арнольд, на Аллее Ангелов в Донецке, где каждый может прочесть имена детей, которых убили пули и мины украинской армии. И реальность в том, Арнольд, что ваш терминатор не только не защитил, не помог, не спас детей Донбасса, но даже не прочитал их писем и не разобрался. Господин Шварценеггер, я с 2014 года больше 20 раз побывала на Донбассе, в самых горячих и страшных местах. Я посетила более 120 школ, пообщалась с тысячами детей, провела больше сотни детских спортивных мероприятий. Хотя я обычная русская девушка, а не железный бесстрашный воин-терминатор. Вы рассказываете в своем обращении о вашем отце, который не любил русских и который в рядах нацистов пришел с оружием на мою русскую советскую землю. Вы говорите о том, что на Украине нет нацизма, и о президенте еврея. И о том, что русские бомбы сейчас якобы уничтожают Украину. Арнольд, иногда очень сложно разобраться, находясь в тысячах и тысячах километров от нас. Но у вас же где-то с 2015 года лежат те самые письма и фотографии. Да на самом деле вы могли просто приехать и увидеть все лично. Вы же смелый человек. Если приезжали, например, к американским солдатам в Ирак, учили их тренироваться и поддерживать форму во время операции «Буря в пустыне». Я не спрашиваю, Арнольд, что делали тогда ваши военные в Ираке, и зачем вы его разорили. Наверное, вашему правительству виднее. Но я хотела бы напомнить вам
Один раз ваша семья уже была обманута нацизмом. И ваш отец пришел с оружием на мою родину, убивал и калечил моих соотечественников. Именно эта ошибка была причиной вашего бедного детства. Именно из-за этой ошибки ваш отец не любил русских до конца жизни. Гитлер тогда получил по заслугам, но спустя столько лет его идейные наследники опять поднимают голову. Я хотела бы напомнить вам, что когда-то и вы сами восхищались Гитлером, в чем потом долго раскаивались. Но те, кто на Украине восхищается пособниками Гитлера, такими как Степан Бандера, далеки от раскаяния. Захватившая власть на Украине бандеровщина крушит памятники советским воинам. Улицы украинских городов называют именами нацистских преступников. А народу Донбасса, который был не согласен с государственным переворотом, объявили войну, которая за 8 лет унесла более 14 тысяч жизней одних только мирных людей. А то, что господин Зеленский, как вы говорите, еврей, им не помогло. Нацизм не имеет национальности. Нацизм – это не от слова «немцы», а русофобия – не лучше антисемитизма. Помните, как во второй серии «Терминатора» в «Судном дне» ваш герой отправляется в прошлое, чтобы не допустить создания Скайнета, который будет виновен в гибели человечества? Специально военная операция России не имеет цели уничтожить украинский народ. Она направлена на неонацистский Скайнет, который за эти годы полностью подчинил себе Украину и вот-вот мог превратиться в неуправляемого монстра, опасного для всех соседей, не только для нас. Господин Шварценеггер, найдите и перечитайте те письма, которые дети Донбасса писали вам в далеком уже 2015 году. В самое ближайшее время я снова собираюсь посетить школу Донбасса. Арнольд, я уверена, там не страшнее и не опаснее, чем в Ираке. Я приглашаю вас увидеть все своими глазами. Не вставайте на сторону Скайнета, Терминатор. Вам ли не знать, что добро должно быть с кулаками? Guys, this was really, really thoughtful of how to come about such a video, to speak a mind to the camera. I never support war, and I would never support war in any way. Ukraine and Russia are having some issue right now. It's very, very bad. It's affecting everyone in the world, not just within those two countries, but literally everyone in the world. She coming out saying this change was out of pain because she was really, it's really touched her because those children who died, I think she's 14, right? Mm-hmm. Children who died when their name was written, it's really pain in her life. She carried the history of 2014, 2015 in her heart, and she's talking to Mr. to open up the letter and read. Fear pain. I feel like I'm not in the right place to talk more about this war because I am not living in those countries right now. Because it's easy to say than to do. Because when you're not living in the country, you don't really feel the intensity, the pain they are passing through. But my condolences to as many who have lost their loved ones. Really sorry for that. This was amazing watching her speak her mind, and I get to know more about, because I've never heard about this story before. Mm-hmm. This was actually my first time. I get to know more about her and where she's coming from. It's just really amazing for me. What about you? I feel, you see, she said she met him when she was 15 and yeah. He gave her an autograph. I feel people will look up to, like, we take as a role model, we put them in a high esteem and expect a lot from them. Yeah. So I kind of get why she's disappointed and stuff, that he didn't come to the children rescue at that point. But I feel so sad for whosoever lost their life during that war. And I just hope the present war ends and everybody live peacefully and they all get through this in one piece, because war, just like I always said, each time I react to any war video, war is never a way to solve any conflict.
So it's very, very sad watching people die for situations and issues they didn't create. I just pray that in the end of the day, they find peace, they find a solution to the issue, and everyone just cooperate together and we all live in peace, because the situation right now is, just like you said, not only affecting Russia and Ukraine, is affecting the whole world, because everyone is scared and everyone is worried about how situation are going there. So I just pray it all come to an end, and I'm happy you guys recommended this song for us. The more videos we react to, the more we know better about the world and the cause of it. So thank you so much for this video. We really enjoyed checking it out, and we put Russia and Ukraine in our prayers. So guys, let us know what you think about our reaction in the comment section. If you want to see more of us, please make sure to like, subscribe, and share this video. See you guys on the next one.